Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Dishonored на максимальной сложности, никого не убивая без палева. Прямо сейчас мы находимся в борделе «Золотая кошка», и здесь нам нужно найти код от сейфа одного художника, точнее, торговца картинами, ну да, торговца картинами, да. Вот, и этот код вернуть нам нужно Slack Joe, и тогда он за нас выполнит всю работу, то есть тихонечко завалит двоих людей. Итак, давайте, наверное, посмотрим, что у нас здесь имеется еще. Погоди-ка, что такое? Who are you? Why are you wearing that mask? Corvo? Corvo, it's you! You're wearing a mask to sneak around, aren't you? They told me you were head chopped off in the prison, dead, like mother. That seems like a long time ago. But you're not dead. Now we can leave. I have a plan. I almost got away twice. There's a special door to come and go for special people, and I'll show you. And if anyone tries to stop us, you can fight them. It's this way. Погоди-ка. То есть, она предлагает сразу уйти, что ли? Это странно. Так, погоди-ка, Эмилия, одну секунду, нужно сначала все осмотреть. Может, здесь что-то есть еще интересное. Так, ну это хавка, давайте все съедим. Рисунок. Ну и больше ничего. Что у нас в той комнате? Какие-то плюхи имеются, давайте их тоже заберем. Так, монеты, здесь у нас целебные травы. Еще монетка. Банка прачта. Ну и в принципе вот еще что-то забираем. Тут, так я понимаю, ничего, да? Торговец с картинами вообще здесь рядышком, ребят. Давайте, наверное, для начала сходим к нему. Вот он буквально где-то недалеко. Но там, получается, мы пройти не сможем. Отсюда мы как раз-таки, ребят, с вами и пришли. Помните? Вот с той степи. И там, получается, стена. То есть нам нужно спуститься на этаж ниже и тихонечко постараться пройти там к тому торговцу. Давайте так попробуем. Только вот еще куда Эмили убежала, я не совсем понимаю. Смотрите. Тут есть, ага, охрана внизу. Торговец с картинами. Нам туда, по идее. А вот Эмили, я так понимаю, правильно? Нужен универсальный ключ. Это не Эмили. Это какая-то женщина. И, судя по всему, как раз таки у нее есть универсальный ключ, который мне так нужен, да? Хорошо, да. Тихо. Присядем. И опять же, мы вышли на улицу, но здесь нет нигде входа к торговцу. Странно, подожди-ка. Угу, у меня нет ни хрена патронов, замечательно просто. Так. Как вариант, я предлагаю телепортнуться туда. Либо же можно его сначала вырубить, да? Да, я думаю, его можно вырубить. Главное, чтобы вот этот вот не спалил меня, пока я буду душить его напарника. Давайте подождем, ладно, в таком случае, пока они разойдутся, да? Все, вот он ушел. Я, наверное, смогу быстренько переместиться вот сюда и схватить его. Там еще двое охранников, ребят, охренеть. Так, давай-ка сюда. Что дальше-то делать будем? Там парилка уже находится. Золотая комната и торговец с картинами в той степи. То есть, мне кажется, мне по-любому нужно куда-то туда. Told you about. You realize you're at the Golden Cat, right? Yeah, but she's different. She really likes me. Idiot. She likes your money, not you. You're just jealous. Shut up. Ого. Тихо. Так, пошли за мной.
Быстренько перемещаемся вот сюда, чтобы меня не спалили. И снова вот сюда. Теперь давайте думать, ребята. Есть ли тут еще один охранник? Я его пока что не вижу. Давайте попробуем следующим образом. Используем зрение. Он в той степи. Он, по идее, сюда не пойдет. Я правильно понимаю? Или нет? Но пока он сюда не идет. Поэтому я могу, наверное, быстренько руну забрать. И двигаться уже сюда. Как раз таки там и находится этот торговец картинами. Блин, странно. Что там такое? Там, в смысле, они мертвы? Они спят. Хорошо. Хорошо. Давайте, наверное, этого схватим. Я надеюсь, что они не проснутся. А то это будет странно. Чё-то знакомая рожа. Где-то я его видел. Так, бальзам забираем. Тело, наверное, куда-нибудь... Куда-нибудь... Ну, вот сюда положу, да? Где-нибудь вот здесь. Хотя давайте их в кучку уже складывать. Вот сюда. Все неплохо, неплохо. И обратно. Здесь сейчас посмотрим скважину и разберем, что там происходит вообще. Что-то пока никого не вижу. Торговец картинами там. Нужно перенестись, ребят, туда. Смогу ли я? Смогу. Все, огурцом, все хорошо, ребят. Finally, I've been like this for 20 minutes. Your footsteps sound a little loud. Have you gained a little weight, honey? Now, just like last time, understand? Slowly, and only trigger the shock at my command. Get it? And the safe word tonight will be retribution, let's say. You hear that, you stop. One shock out of line, and you are out of a job. I can tell you love your work. Ага. Хорошо. Подожди-ка, может сначала нужно вырубить, а то я сейчас его убью нахер и все. Ладно. Oh, that's good. I deserve that one. Shall I tell you why? The Pendletons are here, right? I'll start with them. I cheated them, robbed them of thousands. Ага, хорошо, я тебя понял. Oh, you're ruthless. Don't hold back. I'll tell you everything. The Pendletons' inheritance was worth hundreds of thousands at least. I told them it was junk. Ага, хорошо. Retribution! Retribution! That was perfect. But it's all I can take for tonight. Call my servants. We're done. I deserve it. Еще может быть? Погоди-ка, наверное, еще раз нужно, правильно? We're done, I said. Retribution! Now let me out! I'll have you whipped, you bitch. Ну давай, успех в тебе. What the? Who is this? What do you want? Скажи шифр твоего сейфа. The safe, yes, of course. The combination is 138. Take anything you find. I think I felt my heart skip. Ага, вот и хорошо. Дальше. Что делаем? Вернуться к Слэгджову с шифром от сейфа. Хорошо. Так, а можно как-нибудь отсюда выйти еще другими способами? Да хренушки, ребята. А теперь смотрите. Устранить Пендлтонов. Вот это я вырубаю, вот это вот. Без убийств оставляю. Встретиться с Эмили у Золотой Кошки рядом с дверью для важных гостей. Угу.
Хорошо, давайте. Получается, нам нужен вход для важных особ. Вот туда идти для начала. Так, давай вот подальше, подальше вот туда. Угу, неплохо, неплохо. Вот сейчас здесь главное не попасться, а то будет обидно. Так, тихонечко пошли. Но там вроде как никого внизу, да? Я надеюсь, по крайней мере, на это. Вот там куча плюх, давайте соберем все это дело. Плакальщики, симптомы, меры безопасности. Отрывки из записи доктора Галвани о должном обращении с чумными. Если из глаза жертвы пошла кровь, значит наступила последняя стадия и смерти не избежать. Вот действия, долженствующие ограничить распространение заразы. Всякий, кто присматривает за плакальщиками, больными в последней стадии чумы, должны регулярно принимать защитные снадобья. Подойдет любое, хоть эликсир соколова, хоть снадобье перо и тому подобные зелья. Простым работникам положена одна стандартная порция в день, офицерам двойная норма. Следует держаться на разумном расстоянии от больных. В случае нужды используйте древковое оружие или зажигательные снаряды, дабы не подхватить блох и прочих насекомых, живущих на зараженном. После использования следует со всей возможной тщательностью мыть железные конуры псов, транспортные помещения и сами кареты, которые используются для вывоза зараженных в специальные места, затопленный квартал и прочее. Угу. Дальше. Кошель. Забираем, забираем. Теперь я понял, почему они называются плакальщики. Книга «Посетители золотой кошки». Лорд Морган Пендлтон уединился с Лоли в парилке внизу. Мистер Бантинг с Бетти заняли серебряную комнату на втором этаже. Лорд Кастис Пендлтон поднялся с Виолетты на третий этаж в золотую комнату. Ясно. Так, нам по идее вот сюда. Ниже, да. Тихонечко спускаемся. Тут пока что никого. А вот и она. Да, здесь все нормально. Угу. Вот вам эликсир на неделю. Пусть ваши девушки пьют, но босс сказал, что это последний раз. Пора платить деньгами. Крэкстон. Заперто? You've got to find the key so we can leave. Ты серьезно? Универсальный ключ? Ну, у кого-то ключ я видел. Мне кажется, у одной из этих девушек есть то, что мне нужно, я правильно понимаю? Так, присядем. Погоди-ка, ну точно. It's locked now, and she carries the only key. Why is she here anyway? Is she some niece of the Pendletons? No idea. They keep her hidden away. Угу, хорошо. Ну, у кого-то я видел этот ключ. Подожди, где же я мог его увидеть? Мне нужно, наверное, подняться где-то вот здесь, вот повыше, мне кажется, да? И где-то в той степи как раз таки я и найду то, что мне нужно. Вот здесь куча тел, да. И она вот здесь. Да, вот. Дамочка. Простите, пожалуйста. Но мне очень нужен ключик. Пока можешь здесь полежать, я думаю, тут тебе будет уютно. Подожди-ка, вот. Блин, подожди, нужно забрать. Угу. Здесь у нас универсальный ключ от золотой кошки. Я знаю, у нас даже кровати не хватает. Но для этой девчонки придется выделить комнату. Она куда важнее, чем кажется. Просто ужас. Она едва не сбежала через вход для важных клиентов. Теперь я решила держать универсальный ключ при себе. И она пусть сидит в комнате под замком. Оттуда она никуда не денется. Мадам Пруденция. Угу. Что-нибудь еще? Книга посетить. Ну, это все мы читали уже с вами, нам не нужно. Комод. Ну, здесь ничего нет. Ладно, выходим.
Все, можно уходить. This place is on the river, so you must have come by boat. I'll wait for you near the boat. Хорошо. Don't worry about me. Угу. Хорошо, Эмили, мы спасли. Замечательно и здорово. Отправляемся в винный квартал. Все, потелепали. Подожди-ка. Это кто? Чё-то лицо знакомое. Это, случайно, не та бабка, не старая ветошь, не? Да, это старая ветошь, ребят. Получается, здесь есть как раз-таки костяной амулет. Получается, что это делает? Вы находите больше боеприпасов. Это мне не нужно. Хотя, подожди, почему? Это мне не нужно. Тут же вот, как вам сказать, там же еще боеприпасы, это же еще и дротики. Ну, давайте тогда вселение прокачаем до второго уровня, да? Получается, вот, позволяет вселяться в людей на еще более короткое время. Важно уметь... Так, ну это я все в курсе. Больше не нужно, это забираем. Что-нибудь расскажешь мне новое? It's good to see you again, dear. But don't dally, or that young girl might fall in the river. Понятно. Так, что у нас здесь? Так, чужой, медная проволока. А про чужого, по-моему, я читал. Для многих чужой лишь детская страшилка. Когда я был юн, мы с матушкой много странствовали, перебирались из одного городка в другой. Мы неделями жили в лесу и всегда нас преследовали проклятые смотрители. По ночам мама пересказывала свои сны. Ей снилось безлюдное место, где она слышала шепот чужого. После каждого такого сна ее силы росли, и со временем она обрела способность смотреть глазами мотыльков и на расстоянии отпирать запоры дверей и окон. Я найду то безлюдное место и получу ключ к бездне. Со временем я проникну в эту тайну, и он придет ко мне, как приходил к ней. Считайте меня еретиком, бросьте в холодное подземелье, терзайте мою плоть и судите как изменника, сожгите мое тело дотла. Но я продолжу искать землю, о которой говорила моя мать. Это смысл моей жизни. А нет, этого я не читал, это что-то новенькое. Ладно. Нам, по идее, да, вот винный квартал, вот туда там 70 с чем-то метров. Подожди-ка, а что у нас, кто у нас, точнее, здесь? О, да. Я понял, где я вышел, ребят. Я вышел как раз-таки там, где... Нет, это другое совершенно место, я перепутал. Тут у нас что-то еще есть, смотрите. Handsome one with the beautiful dark eyes. I just want to tell him I'm doing my part. Yes, Granny Rags is doing her part. Tell him, won't you, if you see him? Получается, милый Даниэль, мне предложили место геолога в торговой компании «Горизонт» в Серконосе. Вскоре мы отправляемся в первую экспедицию, куда-то на юг от Карнаки. Прошу, не затягивайте с отъездом. Поговаривают, что выезд из города могут закрыть. Жди меня в Карнаке. С любовью, Эдисон. Ясно. Погоди-ка, ну как-то же их можно обойти, но это же вообще не дело. Их там просто реально дохрена, вот так посмотрите на это. Смотрите, один справа, а другой слева. И там, по-моему, еще кто-то был. Вон еще идет справа. Охренительно просто. Да, ребят. Что-то надо думать. Давайте пока заныкаемся. Мне просто нужно понять, куда я могу хотя бы перескочить. Вот она идет сюда. Да. Блин, были бы дротики со снотворным, было бы куда проще. Пошли рискнем. Давай сначала сохранимся, да, я думаю. Так, я сохранился, давайте рискнем. Так, хорошо. Ага, все, спалил меня, хорошо, давайте еще раз. Все, вот это было неплохо. И вот сюда. Теперь ждем. Наверное, я пока что зрение вырублю, да, но мне нужно. Тихо. Вот таким вот образом, вот сюда. Подожди-ка, а вот там что у нас?
Винный квартал как раз таки внизу. Да, я уже здесь всех вырубил, поэтому я думаю, что никакой опасности здесь нет. Поэтому можно прятать оружие, да, и спокойно заходить туда. Мне еще сказали, там быстро нужно вернуться для чего-то, то еще там полутать. Я, честно говоря, что-то подзабыл, блин. Так, потелепали. Реально подзабыл, блин, комментарий тут перечитать. Мне сказали, куда-то вернуться нужно. То ли в этот вот как раз-таки притон, да, то ли фиг его знает. И там что-то будет. Ну, короче, тогда в таком случае напиши, что там лежало, потому что, ну, я что-то, блин, протупил. Где он? You brought me the numbers. I've been after this combination for months. If you ever need steady work, you come see me. Slackjaw knows a good man when he sees one. It's only natural that you'd be curious about what I intend to do with the Pendletons. See, them Pendletons got these rock mines. Have hundreds of souls working down there half a mile deep below ground. So I'm gonna shave their heads and cut out their tongues and put them in one of their own stinking mines. Then they're gonna see life from a different angle. Mm-hmm. Вот она как. Ну хорошо. Теперь все, можно, я думаю, уходить, да? На этом миссия завершена. Не, ну не прикольно сделали. Как бы с удовольствием перепройду эту миссию потом. И, ну, попробую другой вариант, попробую их завалить. Попробую пройти с убийствами. Так, хорошо. Получается, нам нужно идти. Ну, мне нужно, получается, к выходу, да? Какой самый оптимальный маршрут? Наверное, все-таки вот там вот. Но там башни, это немного проблематично. Хотя, сейчас все сделаем, ребят. Сейчас все будет круто. Два раза туда нужно сделать. Давай, хоп. Все. И вот мы на месте. Мне сказали, что башню можно отрубить, если на нее забраться и вытащить ворвань. Ну, вы поняли, баг с ворванью, и все будет замечательно. Все, поехали. Are you both ready to go? Corvo, you must have worked wonders out there in the city tonight. I can't believe my old eyes. Итак, смотрите, убито врагов 0, убито простых жителей 0, было сигнал в тревоге 0, найдено ваших жертв 0. Замечательно, нет убитых, призрак не обнаружен ни разу, сыграл отлично просто. Так, особые действия. Нашел Кроули по просьбе Слэк Джова и отправил Пендлтонов в их собственные рудники. Замечательно. Хорошо, поехали дальше. So you did the business, did you, Corvo? I'm not one to speak against my betters, mind you, but if anybody ever deserved their fate, it was those Pendletons. What business are you talking about? Oh, I, grown-up business, girl. I mean, your ladyship. Forgive me. It's okay. I heard a lot of grown-up business at the Golden Cat. Oh. I should concentrate on piloting this boat. Я даже представляю, про какие дела она слышала, взрослая. Lady Emily, I'm Callista. I'll be caring for you and schooling you while you're with us. Pleased to meet you. As am I. Would you like to see your room in the tower? Can I see it? Yes, you may. You'll get to see it all. The entirety of the Hound Pits. Good. I think I'll like it here. I'll go with Callista, Corvo. I'll see you later. You do not fail to impress. Armed with a blade, you've changed the course of the city forever. And with the Pendleton twins gone, our own Lord Pendleton will assume their votes in Parliament. In one night, you've done more than most men do in a lifetime. I need to speak to you soon. But for now, Lord Pendleton requests your attention. Угу, хорошо. Давайте еще раз обойдем все это место, да? Появилось ли что-нибудь новенькое, узнаем. Погоди-ка, здесь у нас целебные травы, тивинская руда. И... Привет. Притормози-ка, притормози-ка.
Ask me for any gear you need. Слушайте, голос знакомый. Он, по-моему, Атакона озвучивал Metal Gear Solid в серии. Угу. Все здорово и замечательно. Так, один бальзам я покупаю. Монтажные инструменты мне не нужны. Дальность пружинной мины скрещенной, это мне не надо. Оптика для маски. Запас болтов. Это для обычных арбалетных. Запас гранат. Пружинных мин. Пускай, а вот костяные амулеты пригодятся, я думаю, да. Ну и в принципе все, больше ничего мы не сможем купить. Ну-ка, дай-ка я еще раз тебя послушаю. Ask me for any gear you need. Да, 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 это тот же самый актер, ребят. Это тот же самый актер, который озвучивал... Very well. You know best, Corvo. Да, 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 да. Приятно услышать знакомый голос. Так, смотрите. Банка с консервами. Что у нас здесь? Так, это мы все читали, читали. Добыча китового жира, читали. Но я так понимаю, что все здесь больше нифига не появилось, да? Вот единственное, нужно будет зайти в офис вот этих вот высокопоставленных ребят. И там, по идее, должны у них записи в новых дневниках появиться. Потому что, ну, до этого всегда появлялись. Погоди-ка, кому там нужно идти? Лорд Пендлтон, он вон там аж. Это мне нужно пройти через мастерскую, ребят. Corvo, the Loyalist Conspiracy thanks you for your work. I don't know if I can. My own brothers. We never believed that you killed the Empress. It made much more sense that the Royal Spymaster, now the Lord Regent, was behind it, aided by some of his key allies. We spent a lot of money and exposed ourselves to great risk in getting you out of prison. But we did it because we believe that you're the one that can make the difference. Oh, and Havelock's looking for you. Ага, хорошо. Погоди-ка, а здесь что-нибудь есть? Нет, ребят, ничего. И тут, судя по всему, ничего, да? Так, вон там те ребята, которые хотели со мной поговорить, да? Ну, пошли туда сначала. Это что там? Кто там хулиганит? All right, my friend. Martin's devised our next move. There's a footnote in Campbell's journal that tells us the Lord Regent's mistress sat for a portrait with Sokolov, the painter and royal physician. He'll be able to give us her name. Sokolov lives on Caldwin's Bridge about half the time, out over the river. The catch is that I'm afraid you've got to head out right away while Sokolov is at his apartment on the bridge. Samuel can get you close to the bridge, but you'll have to find Sokolov. Bring him back here intact, and it'll enable us to make our next move. I can't believe what you've done so far. Escaping from Coldridge, taking down the High Overseer, recovering Emily. You make this old military man proud. That's it then. Ну хорошо. Пошли зайдем в их комнаты и почитаем дневники. Вот, да, то, что нам нужно. Кстати, что-нибудь новенькое появилось? Нет, никаких ни сердец, точнее, ни этих, ни рун, ничего. Ладно. Это все читали. Ну, все здесь по-старому. Подожди-ка, вот здесь вот новая запись появилась. Пендлтон удивил меня своей решимостью. Он до конца стоял за свои убеждения. Он душой и телом предан империи. Любопытно, смог бы я поступить так же? Будь мой брат жив. Возможно, несомненно, ради будущего Дануола многим невинным придется пожертвовать собой. Каждый честный стражник, павший от рук Корва, отдает жизнь ради империи. Ну и все, в принципе, да? Можно идти к Самуэлю. Да, здесь ничего не появилось. Там, по-моему, была запись. Ну, вы поняли, когда там он какой-то роман писал или еще что-то, уже не помню. Давай поплыли на очередное задание, друг мой. Off to Caldwin's Bridge, sir. We'll get our sleep later. Just climb aboard when you're ready. What do you think, Corvo? Caldwin's Bridge. You
You've been in the city for years, but you lived in Dunwall Tower with the late Empress, so maybe you haven't visited the bridge before tonight. Something to look out for. See all them lights on the water? That's right, we'll be spotted for sure. You're gonna have to shut off their power before I can pick you up. Ага, будем знать, спасибо. I'm bringing Sokolov back alive. He's smart. Maybe even smarter than Piero. Got the whole of Dunwall under his thumb with all that natural philosophy business. New technology, potions and the like. Seems dangerous to me. But what do I know? Так, хорошо. I'll meet you at the arches under Sokolov's place when you're ready, Corvo. Assuming, of course, you've taken care of those floodlights. Угу, подожди. Поручение. Сейчас у вас нет поручений. Вообще нет. Просто нужно тупо его найти, я правильно понимаю? Так, ну будем поосторожнее. А вот новое задание появилось. Отключить прожекторы, чтобы Самуэль смог подвести лодку ближе к доктору, к дому Соколова. Найди дом Сокола. Так, понятно, все хорошо. Получается, смотрите, прожекторы на дроп-бридж. Нам туда. Ну, поехали. You understand now. Curfew means ain't nobody allowed to be just wandering about, except us guards. Yeah, I know, I know. But if we do see someone, then what? Do we say something? Remind them about curfew? No, you don't remind them. You chase them down, and you give them a severely deadly beating, is what. Okay, yeah, I got it. Severely deadly beating. Отморозки, конечно, конченые. Погоди-ка. Получается, вот один. Но он смотрит прям сюда, поэтому я думаю, нужно быть поаккуратнее. Получается, там первый прожектор, да? Но придется идти здесь. Тихонько-тихонько. Attention all citizens. No pedestrian movement is allowed. Как же мы там пролезть-то, вот что интересно. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Подожди-ка, еще кто-то идет. Отмените. И это сюда смотрит. Ну замечательно просто, что я могу сказать. Ну что вы, ребята, будете уходить или нет? Вот неплохо. Теперь ты. Так, неплохо, неплохо, ребята. И там получается еще один. Пускай отвернется. Вот, все неплохо. И там справа еще должен быть, по идее. Погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Пускай он пройдет. Как-то неудачно они ходят совсем. Сейчас получается, этот отвернется, и вот этот, который вот здесь, вот пойдет вот сюда, как раз таки в мою сторону. И это будет нифига не весело, кстати. Вот я не вижу его сейчас. И этот сюда идет, ну вы что, охренели, что ли? Они издеваются по ходу дела. Значит, придется использовать арбалет, я этого вырублю просто издалека. И все. Этих двоих трогать не буду. Хотя даже, наверное, болты даже использовать не буду. Так, пошли со мной. Вот сюда его положу. Тут, по идее, его не найдут. Так, прожекторы где-то там. Пошли искать. Так, ну-ка нахрен пошли. Все неплохо. Это мы забираем. Денежки нам пригодятся, я думаю. Получается, еще у нас что здесь есть? Так, это забираем, забираем. Ну и в принципе все. Нужен ключ от Пагауза. Ну, вообще замечательно. Пошли, значит, наверх. Попробуем там сверху как-нибудь обойти, да, наверное? Так, я присяду. Мне еще в комментариях написали про то, что там можно
определять, потому как Курва держит нож, в каком положении я нахожусь. Просто, как бы, ну, смотрите, вот как бы не сильно отличается, да, вот в приседе и когда ты просто стоишь. Иногда просто не обращаешь на это внимания, тебя палят из-за этого. Ключ вот от Пакгауза. Пьеро, смола Гальвани. Что у нас здесь? Денюжка. Забираем. И вот смотрите, эту штуку можно, короче, каким-то образом... Подожди-ка, да, попробуем. Кстати, да. Там еще он рунок, кстати, через 47 метров. И что это дает мне? Подожди-ка, я что-то не понял. Немножко не пойму. Ага, мне нужна ворвань, наверное, да. Пошли, поднимемся наверх. И там таким образом сможем, я так понимаю, проехать, да? Подожди, давай еще раз. Так, подожди-ка. Угу. Может, тут еще что-нибудь есть? Нет, здесь только ворвань. Угу. Теперь еще делаем, наверное, вот так вот. Что это дает нам? Ну-ка, давайте посмотрим. Вот что это такое? Я не знаю. А, ну это, скорее всего, если там перки не прокачивал, чтобы допрыгнуть, что ли, я так правильно понимаю? Да, скорее всего, именно за этим и сделано. Тоже можно еще, как бы, ничего не прокачиваясь, не прокачивая, пройти, правильно? И типа как вариант нам предлагают. Круто, хорошо, предусмотрели, молодцы. Получается, прожекторы вон они. А руна вон там. Не, в принципе, смогу добраться. Так, давай сюда. Теперь вот отсюда я, наверное, перемещусь. Подожди-ка, лучше. Это слишком опасно. Давай сначала сюда. И теперь вот туда. О, неплохо, неплохо. Кто-нибудь есть здесь? Нет, только там они все внизу ходят. Что не может меня не радовать. Подожди, где там то, что мне нужно? Заблокировано, с другой стороны. Вы что, прикалываетесь надо мной, что ли? Так, я все понимаю, но... Как-то, видимо, сверху нужно, я правильно понимаю? Погоди-ка. Нет, сверху это слишком высоко. Погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Пока тревоги не было поднято. Может, с этой стороны как-нибудь? Ну-ка, подожди. Как-то же это можно сделать. Но здесь никак. С той стороны тоже никак. Погоди-ка. Странно. Чё-то не пойму. Ну и справа, наверное, никак, да? Или снизу нужно попробовать, мне кажется. Мне кажется, снизу нужно, ребят. Так, ну пошли сюда сначала. Получается, нам вообще куда нужно? Нам как раз таки в ту степь надо. И вот здесь я смогу подняться, да. И как раз таки забрать то, что мне нужно. Давай. Вот, да. Угу. Теперь дверь открыта. И вот смотрите. Но опять же, слишком далеко я не вижу. Что меня печалит? Как же здесь обойти? Но мне нужно переместиться чуть пониже. Вот там их, видите, двое аж. Можно, конечно, все сделать грамотно. Я даже знаю как. Сейчас один отвернется, я вырублю вот этого, а потом вот этого.
все прекрасно, все здорово, все замечательно. И теперь смотрите, перемещаемся на ровную степь сразу, да? И куда мне нужно? 36 метров. Вот здесь как раз таки я смогу обойти, я правильно понимаю? Так, друг мой, полежи вот здесь. Потелепали. И где-то в том районе, мне так, я так понимаю, будет как раз таки соколов, да? Да, там один наверху как раз таки. Ну, его можно, в принципе, подойти сзади и вырубить, да, я думаю. Это не проблема. Так, давай сюда. Так, давай. Да, на дроп-бридж. Even a wealthy man like you needs the city watch. Gangs are cutting throats and smashing windows left and right. And the weepers, excuse me, the plague victims are worse. Are you saying the Lord Regent is wrong for imposing curfew? It won't do you any good to bait me, officer. But don't worry, I'll be fine. I'll profit. A smart man can come out ahead, even in the time of plague. Sure, like that Sokolov. He's doing fine. Always a lot of exotic items coming and going from his place. Keeps this place running, at least for now. Yes, yes, if by exotic you mean foul smelling as a witch's bottom. The royal physician will be fine too, until he crosses the wrong man. Тихо, 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 тихо. Где он? Ага, ясно. А я могу просто выйти, да, как бы и... Не, нифига не могу, подожди-ка. Ой-ой, тупанул. Бывает. Окей, еще раз. Итак, ребята, ну что ж, продолжаем. Сейчас он отвернется, я его сразу тогда вырублю, заберу ключ, посмотрю, что у него в квартире имеется. Да, думаю, что-нибудь хорошее смогу найти. Так, друг мой. Пошли внутрь. Ключ Пратчета. Зачем он нужен? Вот что интересно. Ну, смотрите. Ну, понятно, монтажный инструмент. Руны. Они тут наверху, две штуки. Что это такое? Медаль семьи Кайрман. Забираем. Там внизу кто-то ходит. Но здесь больше никого. Поэтому я думаю, что это дело можно сейчас вырубить. И спокойно идти осматривать его квартиру. Подожди-ка. Руна прямо надо мной. Хорошо. Юный принц из Стиви я читал, по-моему, да? Да, читал. Духовный эликсир мне не нужен. Это мы забираем. Поднимаемся еще выше. Вон там кто-то лежит, как будто бы, да? Это охранник спит? А вот и сейф. Мне бы еще найти код, было бы здорово. Требуется код. Тут у нас эликсир Соколова, остров Морли. Говорят, по пестроте и переменчивости история Морли имеет схожесть с лоскутным одеялом, ежели сшить такое из тягов разных земель и платья всех расцветок. Земля эта навеки укрыта от солнца толстой пеленой облаков, деревья покрывают густой мох, но жители Морли не падают духом и отличаются поразительным жизнелюбием. Морлицы славятся любовью к хорошей еде и крепким напиткам. Видимо, тушеное и жареное мясо помогает им справиться с холодом и сыростью родных земель. Страна породила немало поэтов, музыкантов и философов, многие из которых вышли из самых низов. В Морли написано немало ученых-фолиантов, изложено дивных баллад. Морли – последний остров, вошедший в состав империи. Морлийский мятеж оставил глубокую рану в душе этих свободолюбивых и гордых людей.
И что такое? Подождите, мне ничего не дается. Вот еще что-то есть, смотрите. Помни, что истина скрыта в картинах. Путь к истине начинается на людных улицах. Иди, пока не увидишь китобойное судно на якоре. Когда будешь на месте, найди бойню. Истина откроется тебе. То есть, получается, людные улицы, судно на якоре и бойня. Хорошо. Смотрите. То есть, получается, код на картинах как раз-таки. Погоди-ка. Здесь еще одна руна недалеко. Не, ладно, пока сюда не будем идти, подожди. Давайте искать. Получается, улица. Вот, собственно, это то, что нам нужно. Здесь у нас троечка, то есть вторая, короче, это три. Значит, на первом этаже первая картина. Хорошо, смотрим. Людная улица. Вы где-нибудь... Вот она. 4. Получается 4, 3. И какая последняя цифра? 3. И на этаж выше. Четыре, три, семь. Вот. Подожди-ка, может наоборот? 7, 4, 7 и 3. Все, да. Перепутал просто картины местами. Неплохо, неплохо. Теперь, получается, нам нужно к прожекторам двигаться, ребят. Ну, пошли по крышам, там еще, кстати, недалеко, получается, есть еще одна руна. Тихо, тихо, тихо. Там парнишка где-то должен быть, да, он вон там. Шуй! Так, друг мой, пошли-ка сюда. Полежи-ка тут. Охренеть. Кто он такой вообще? Безумный выживший. Понятно, то есть это он убил того паренька. Вот у нас очередная руна. Rivers change course over many lifetimes. And eventually all bridges tumble down. 1,000 years ago, there was another city on this spot. The people carved the bones of whales into runes and inscribed them with my mark. Children still find them washed up in the river mud. Anton Sokolov has made a great study of my runes, but he's not special like you are. He wasn't chosen, and he doesn't wear my mark, so he can't unlock their secrets. Sokolov believes there are specific words and acts that can compel me to appear before him. He searches old temples in Pandysia and ruined sub-basements in the flooded district. He performs disgusting rituals beneath the old abbey. But if he really wants to meet me, he could start by being a bit more interesting. Хорошо. Слушайте, ладно, давайте пока что на этом и закончим. Безумно интересно. Миссия интересная. Вообще игра замечательная, на мой взгляд. Что-то как-то я даже на самом деле жалею, что в свое время ее бросил, когда проходил. В общем, на сегодня все, ребят. Спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать, даже подписываться на канал на Google Plus и Twitter. Там вся информация, новости канала. Также подписывайтесь на Twitch. Там проходят трансляции на дополнительный канал. Там выкладываются записи трансляции, если вы пропустили. На сегодня все, ребята. Давайте. Всем пока.